передачи. И после того, как ты нужен, да, все понятно. Раз, два, три, четыре. Да, почему много? И скорбью таким войны, я бы сказал. Стоп! Стоп! Примерно правильно. Мне не нравится. Вытянутая нога не нравится. Раз, он. Там, и это уже та ножка за заходом. Хорошо, ну сейчас получим аккуратно, да, перекрасим. Пожалуйста, пожалуйста. Дима, готов? И... Стоп, стоп. Ну, сейчас, смотрите, не поворачивайте голову. Храм-пам, храм-пам, там. Ведь это все-таки немножко корпус к ноге, да? Так, от ноги... Надели к ноге, ты помнишь? Рам. Да, немного, да. Дайте немножко корпус. Да, нет. Чтобы корпус, да, не стоял такой, да. И да, надо привлечь, поверните немножко. Понимаете? Ну правильно. Вот и все. Понятен, да? Рам-пам-пам-пам-та-та-там, да? Пошел так, и дальше пируэт, и жене, и разлад, и плие. Да? Так, теперь и вот еще дальше, еще. Вот эта самая история. Назад. Так, 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 так
и вниз. Во! И тогда руки хорошо раскрываются вот так. Сообразили? Понятно, да, всем? Руки приспособятся, понимаешь, они сами сядут тебе сюда, и тогда сядут. Посмотрим, посмотрим. Приготовились и... Покажите круг, мы с вами это делали вчера, да? Как это круг? Можно подойдем к кругу, да? Во-первых, здесь разворот безумно неудобный получается, да? Там вот потянуть немножко, да? На подходе. Потянуть. Не торопись. Раз, два, оп, так, там. Хлопнуть Артур, приходи, опоздаешь. Не-не-не. Через верх. Через верх. Руки подними потом. Наверх руки, да. Нет. Сидят на заборе. Можно еще раз? Thank you.
Ее вот и обратно ставьте.